Шикарный рецепт салата с хрустящими баклажанами. Очень простой. Нарезаем помидоры дольками, нарубаем кинзу и баклажан режем кубиком. Добавляем соль и крахмал, скидываем на сито и жарим в масле 5 минут. Дальше на салфетку и соединяем соусом чили сладкий. Теперь выкладываем, добавляем помидоры, посыпаем кинзой и орехом и наслаждаемся хрустящим вкусным салатом.